Йоу, всем привет! Маленький видосик-рецензия на покупку велосипеда одного из моих клиентов. Ну, я прошу прощения, если что-то не так будет названо, но сразу извиняюсь за то, что, так сказать, называю вещи своими именами, но, ой, боже упаси, такое говно купить, ну, честно. То есть клиент уже не первый раз ко мне приезжает с ним, я уже в шутку говорю клиенту: можно я вам денег дам, чтобы вы не приезжали ко мне с этим велосипедом? Купил он его накануне, недавно, тысяч, по-моему, за 11, домой привезли, темной ночью, он ничего там не разглядел, сел, поехал, что-то у него не получилось, ну и все то же самое. У меня было видео, там я разбирал велосипед на литых колесах, но это не на литых колесах, но точно такой же китайская Г. Так что я даже не знаю, ну то есть все типичные признаки, я не знаю, вот элементарно руль просто затянут до усирачки, вот все, крутить просто некуда дальше. Что у нас? Руль все равно крутится, это вот просто с завода так. Вот эти вот ручки тоже крутятся, они тоже до усира закручены, понимаете, да? Все, то есть. Ну, что, педали болтает. Это новый велосипед. Человек там пару раз на нем реально проехался. Не знаю, что еще показать. Вот, переворачиваешь. Бляха. Не знаю, слышно вам, не слышно, да? Ну, в общем, там слышно, как шарики внутри катаются. Вот. Потом. Хорошие дисковые тормоза, фирменные. И это диск я пытался править. И ни хрена. Ну вот, колеса какие ровненькие, гляньте. Ну и заднее такое же. Прям и яйцо, и восьмерочка. Полный комплект всего. Тормоза просто каменные. Нажимаешь, и он вот прям как вкопанный становится через минут 5. Ну, а честно, велосипед от дрови выкинь. Жалко мне людей, которые берут такие вещи. Я ему, естественно, сразу посоветовал от него избавиться. Он, естественно, позвонил туда же, там, где я его брал, его там отшили. Ну, вообще, такие вещи, они не берутся обратно. Ведь это там велодетали, велозапчасти, велосипеды, по-моему, это к перечню товаров относятся, которые невозможны к возврату. Ну или что-то в этом роде. Ну, они какую-то херню такую отмазались, в общем, не берут уже трубки на него, походу, базу занесли. Взял за 11, ну, питает надежды продать за 8. Питает надежды, мы ему пожелаем удачи. Короче, за 6 у него забирают дворники, вот. За 6 не хочет отдавать. Я ему сказал, давай хотя бы за 6 и будь счастлив, тихо счастлив себе. То есть еще раз, я как-то раньше говорил, вот там, лучше за эти деньги что-нибудь бэушненькое взять. Даже стелс какой-нибудь, блин. Какой бы он убитый там ни был, конечно, можно на разное попасть на Авито, но, блин, за 10 тысяч там можно взять велик живой и, ну, блин, ну, можно. И человек будет ездить и радоваться, а тот человек ездит и страдает. И, ну, как бы, из-за незнания, из-за отсутствия опыта, все, конечно, понимаемо. То есть это не говоря там о весе, о всем таком. То есть, ну не знаю, кому интересно, оборудование оно никакое. Там хоть написано Шимана, там и близко Шимана не было. Ни разу, нигде, никогда. Ну, такие вот пирожки. Это я еще подкрутил, половина болтов была выкручена просто. Ну, сами, он сам разбирается. Передний тормоз, вот он отпал сам по себе. То есть он. Оно ни хрена не прикручено, и да, ну, в общем, тут даже не о чем говорить, я не знаю. Мне искренне жалко тех людей, у которых такие велосипеды. И по-любому найдутся, которые будут топить, говорить: эх, вот велик классный, я не первый год на нем езжу и проблем не знаю, я лучше велосипеда и не видел. Мне кажется, это как раз те люди, которые продают эти велосипеды. У меня другого нет объяснения. Все, всем всех благ, до свидания, пока-пока.